Итак, острое действие палача супер на клопов мы проверили. Средство действует быстро, убивает всех клопов. Эффективность его аналогична таковой у классического палача в маленьких 6-миллилитровых флаконах. Но как этот же палач супер подействует на клопов, если он, когда он уже высохнет на поверхности, а они пробегут потом по этой поверхности по сухому средству, это вопрос. И вопрос очень важный, потому что в большинстве ситуаций при самостоятельной травле клопов, когда люди не вызывают специалистов, они не могут настолько тщательно разбирать мебель, снимать плинтусы, а тем более забираться под полы, под деревянные в частных домах, чтобы найти всех спрятавшихся клопов и всех их опрыскать напрямую препаратом. И поэтому при использовании палача существенная, если не основная часть клопов, гибнет от контакта с препаратом, уже высохшим на поверхности. Клопы просто выбираются ночью из своих укрытий, ползут к спящему человеку, потом возвращаются в гнезда, и на протяжении всех этих своих странствий собирают на себя частицы инсектицида. И поэтому знать, как палач супер травит клопов после высыхания, даже важнее знать, как он уничтожает их при прямом опрыскивании. И поэтому для нас этот эксперимент даже более актуален, чем предыдущий. Поехали! Это наши клопы. Две взрослые особи, две крупные нимфы и одна очень мелкая нимфа. Вот, проверяем, что все они живы, здоровы и нормально себя чувствуют. С мелкой нимфой, наверное, будут проблемы, потому что разведеть шевелит она там после действия препарата лапками или не шевелит, будет сложно. Ну ладно, будем присматриваться. Разведенный палач у нас уже есть, он остался от предыдущего эксперимента, который мы проводили вчера. Мы приготовили его в соответствии с инструкцией. В литре воды разлили 18,2 мл концентрата. Это рекомендуемая концентрация для травли постельных клопов. Этим препаратом мы уже проверили действие палача супер на клопов при прямом опрыскивании. Клопы погибли за 8 минут. И теперь им же мы опрыскиваем пустой контейнер. Все. Точно так же в квартире будут опрысканы плинтусы, ножки и каркас кровати. Точно так же на них средство нужно дать высохнуть. И теперь мы ждем, когда у нас высохнет также контейнер. Благо сейчас лето, и даже в помещении он высыхает за 1,5-2 часа. И теперь запускаем в него наших клопов. Проверяем, чтобы все они были на лапках, иначе эксперимент будет не совсем корректным. В реальных условиях клопы редко валяются на спине в средстве. Все, все они в контейнере, все побежали по препарату. Теперь ждем результат. В предыдущем нашем опыте с обычным палачом, высохшим на поверхности, клопы погибли на ней за 19 часов. Скорее всего, палач супер и здесь за несколько минут не убьет их, еще тоже будут идти на часы. Поэтому мы для верности посмотрим на них в течение 3-4 минут. Если никакого сверхбыстрого действия не будет, на видео будем снимать уже проверки.
Вот, сейчас прошло 4 минуты, признаков отравления и паралича нет ни одного из клопов. Судя по всему, на их гибель потребуется несколько часов. Поэтому теперь мы будем их проверять с определенной периодичностью, и эти проверки будем фиксировать на видео. Проверяем клопов через 1 час с начала эксперимента. Эти трое живы, даже цепляются за палочку. И этот жив, так что пока действие средства не проявляется. 2,5 часа с момента первого контакта клопов с обработанной поверхностью. Похоже, один клоп погиб. Вот этот взрослый. Да, он не шевелится и не реагирует на прикосновение палочкой. А вот эта самая мелкая нимфа жива. Зараза. Даже цепляется как крепко. Эти клопы живы. Итого, первый клоп погиб от контакта с сухим палачом супер за 2,5 часа. Проверяем клопов через 4 часа с момента помещения их в контейнер. Удостоверяемся, что этот клоп действительно погиб, и погибла самая мелкая нимфа. Остальные трое живы и подвижны. Так, прошло 8 часов. Смотрим на клопов. Все трое, которые были живы, так и живы. Ситуация не поменялась. Через 9,5 часов мы видим. Что мы видим? Ага, еще одна крупная нимфа парализована. Вот она в нижнем левом углу лежит на спине. Еще шевелит ножками, но двигаться не может. Еще двое клопов живы. Так, 10,5 часов прошло с момента помещения клопов в контейнер. Вот эта третья нимфа погибла, она уже не движется вовсе. А вот из этих двух выживших клопов меньший тоже парализован, а второй вроде нормальный. Итого на данный момент погибли 3 клопа. Один умирает и один жив. Через 12 часов у нас погибли 4 клопа. Вот эта нимфа, которая была парализована, тоже уже не двигается. А вот этот взрослый клоп все еще бегает. Какой живчик, а? Сейчас с момента помещения клопов в контейнер прошло 13,5 часов. Нам нужно проверить только одного клопа. И он, похоже, уже погиб. Да, действительно, вот он, и он уже не подает признаков жизни. Все. Секундомер останавливаем. 13,5 часов потребовалось сухому палачу супер, чтобы убить клопов, находящихся на обработанной им поверхности. Итак, 13,5 часов у палача супер против 19 часов у обычного палача. Как мы помним, это не означает, что палач супер как-то значительно эффективнее предшественника. На эффективности может сказаться чувствительность конкретно этих клопов к действующему веществу палача, к фентиону. И, возможно, более плотное опрыскивание контейнера, которое сложно сделать абсолютно идентичным таковому в предыдущем эксперименте. Просто на стенке контейнера и на дно могло попасть больше препарата. И вообще, это время гибели клопов малопоказательно, потому что в контейнере как-то смоделировать квартирные реальные условия практически невозможно. Какой-то клоп в квартире будет всю ночь сидеть на обработанной поверхности, а какой-то по ней пробежит там за 3 секунды и в следующий раз со средством проконтактирует уже на следующий день. И понятно, что гибнуть они будут в разные сроки в реальной квартире. Поэтому можете, кстати, не писать нам в комментариях, что эксперимент поставлен неправильно, и он не показательный, и он не совсем чистый. Да, это не абсолютно чистый эксперимент. Задача его не была проверить скорость гибели клопов от сухого палача супер. Задача этого эксперимента в первую очередь проверить, что после высыхания на поверхности этот препарат действительно убивает клопов. Эксперимент показал, что так оно и происходит. А значит, если в квартире вы обработаете средством места скопления клопов напрямую, то они там погибнут в течение нескольких минут, как это произошло в предыдущем эксперименте. Ну, нескольких десятков минут, допустим, делая поправку на реальные условия, на реальное опрыскивание. Если же все места скопления клопов вы обработать в квартире не смогли, но нанесли препарат на те поверхности, по которым клопы часто бегают, на которых подолгу находятся,
что те особи, которые могли выжить при обработке, затем будут так или иначе контактировать с высохшим средством и будут погибать. То есть за счет этого действия палач супер добьет за несколько дней тех клопов, до которых в их укрытиях вы добраться не смогли. И значит, это повысит вероятность полного уничтожения клопов с первого раза, с первой обработки. А, соответственно, за это палач и ценят на самом деле, что больше чем в половине случаев клопов им выводят за одну обработку. Главное только не купить подделку. Оригинальный палач супер покупайте в России на сайте насекомых.нет, а в Украине на сайте buzina.com. И будет вам счастье без клопов.